Скажите, дорогие мои, у вас в доме не наточены ножи? И тебе у тоже меня, вопрос. Да, не наточены, мне стыдно. Стыдно. Дорогие друзья, представляем вашему вниманию ножеточку «Кузнец». Посмотрите, взгляните. Здесь специальный камень и угол специально сделан с заточки для того, чтобы правильно точить ножи. Послушай, давай. Я ничего в этом не понимаю. Не понимаешь? От угла что-то зависит. Какая зависит. Заточил и Итак, заточил. Уважаемые хозяйки, вашего мужа нет дома. Так. Некому поточить. Точить ножи — это дорого. Смотрите, вы крепите на столешницу. Я показываю еще раз, как плотно она крепится. Так, подожди, смотрите, милые женщины, то есть вы сами можете заточить. Не нужно держать всем весом. Да. Как, за счет чего мы прилипаем? Мы причем при помощи вот этого, вот этой присоски. Механизм. Да, механизм, который специально нас фиксирует на столешнице. Это я просто вам демонстрирую в качестве демонстрации на тарелке. Что вы делаете? Теперь вам не надо знать, какой угол заточки. Смотрите, давайте вот так вот боком, наверное, будет видно. Несколько движений я попрошу оператора поближе показать. Посмотрите, взгляните, какая стружка. Идеальная заточка. Итак, то есть вы приобретаете набор ножей профессиональных «Самурай» и за 390 рублей ножеточку «Кузнец». И это лучшее, что можно себе предложить в качестве подарка. 1980 рублей. Совершенно верно. Тем более, что там синтетический ударопрочный материал. Дорогие мои, это профессиональные ножи из профессиональной стали. И в комплекте 5 необходимых ножей. Это нож шеф-повара. Это топорик, который рубит даже кости, потому что там толстый материал. Нож для разделки рыбы и 2 универсальных разного размера ножа. Теперь получается, что вы, дорогие телезрительницы, сможете сами разделать любую птицу, любого барашка, даже не ждать мужа с работы, чтобы он вам в этом помог, потому что ножи, безусловно, острые. А еще вы знаете, что мужья негативно реагируют, когда мы к ним пристаем наточить ножи. Теперь вы это можете сделать тоже сами.